Добрый день, друзья! Сегодня у нас обзор теплицы. Вот тут помидоры цветут вовсю, встречают нас яркими красками. Огурчики вот тут вот вытянулись, цветочки тоже цветут. И, кстати, не только цветут, но и огурчики имеются. Вот растут огурчики. Мы уже собирали их, вот еще немножко подрастут и тоже сорвем. Вот тут еще огурчик пупырчатый, здесь вот еще огурчик, вот он растет. Вот. А кто скажет, вот почему листья вот так вот, края такие делаются непонятные? Что ему не хватает? Сух или что? Вроде полил. Здесь вообще высокие вот огурцы вытянулись, цепляются за веревки вот своими усиками. И вот тут маленькие огурчики нарастают. Вот. Это наши огурцы. Здесь соседняя грядка — это перцы. Перцы тоже вот собираются уже цвести. Вот цветочки. Вот собираются полным ходом цвести. Вот. А тут у нас огурцы, помидоры. Помидорки наши вот. Вот растут вовсю, зреют. Так, ладно. Пойду я, наверное, поливать. Теплицы у нас 25 градусов. Вот, друзья, картошка наша растет. Мы ее немножко пеплом присыпали. Это от колорадского жука. Говорят, что помогает. Это эксперимент. Посмотрим, как дальше будет. Вот тут грядка с редиской, укропом. Диска скоро будет готова, вырастет вот этот укропчик,